В вашем распоряжении 15 минут. Если закончите разговор раньше, нажмите кнопку вызова. Хорошо. Миссис Глэб, доктор позволил поговорить с вами минут 15. 15 минут. Какой прогресс? Значит, меня вообще скоро отсюда выпустят. Я хотел бы поговорить с вами о Джоне. Так ведь он посадил меня сюда для того, чтобы я лишним не наболтала. Вы знаете, какие он деньги платит врачам, чтобы они рассказывали всем, какая я сумасшедшая, и не пускали ко мне ФБРовцев? Покурить принесли что-нибудь? Ну, давайте, давайте. Вы курите марихуану? Ну, дайте. Дайте, дайте мне порошок. У меня нет. Сейчас нет. Но я вас выручу в следующий раз. Да вас больше не пустят сюда. Он только раз в год позволяет мне болтать. Джон хочет знать, что я еще помню. А я все помню. Вот недавно приходил сюда один легавый из ФБР, и он принес порошок. Как его звали? А как вас зовут? Юджин Колдуэлл, кинорежиссер. В таком случае я Сара Бернар. Хотя нет, а спокойно сдохла. Считаете лучше, что я Мерлин Монро? Это будет точнее. Вот моя водительская лицензия. Он показывал точно такую. Вы думаете, я ему поверила? Он сказал, откуда он? Конечно, сказал. Роберт Шор из ФБР. Он так именно сказал. Роберт Шор. Роберт Шор из ФБР. Он именно так сказал, да. Точно, он сказал Роберт Шор из ФБР. Видите, я все прекрасно помню. Он интересовался скандалом в Гонконге? Нет. Он спрашивал у меня, откуда у Пилар дипломатический паспорт. Они же не могут трясти дипломатов на таможне. Потом он спрашивал, куда Джон вывез ее из Гонконга. Сядьте. Пилар. Шлюха. Грязная, вонючая потаскуха. Где она живет? Как где? Там же, где Джон. Он же всюду таскает ее за собой. Он ее подкладывает, а потом отмывает в ванне. Он ее подкладывал в Берлине под мальчиков несчастных. Она им говорила, кого нужно стрелять, и передавала деньги. А стрелять нужно было в его друзей. Вернее, в друзей моего отца. Папе нужно было убрать кое-кого из своих старых знакомых, и Джон их убирал. Ах, как жаль, что вы не принесли порошка. А вот Пилар всегда давала мне покурить. Она вообще-то добрая. Она была первой, кто дал вам марихуану? Нет. Первым был Джон. Он не знал, какого качества идет товар, и хотел попробовать. Он смотрел мне в глаза, когда я затягивалась, близко-близко. Так мой брат смотрел в глаза кроликам, которым ампутировал лапы пилкой. О, это надо было послушать, как они пищали, эти бедные красноглазые кролики. А папа... Папа говорил, Эмма, нельзя Зэпу мешать. Путь в науку всегда лежит через жестокость. А Зэп наплевал на науку и стал большим политиком. А разве... Разве политика — это наука? Политика — это когда отпиливают кроликам лапы пилкой без наркоза. Так вот, Зэп... Зэп? Зэп Шанс. Вы не знаете Зэпа Шанса? Ну что вы. Зэп Шанс живет в Мюнхене.
Джон помог ему стать секретарем новой немецкой партии. Он теперь защищает интересы настоящих немцев. Мы же все немцы. Я немка, Джон тоже. Наполовину немец, только почему-то он не любит, когда ему об этом напоминают. Его дядя работал у Гитлера в Рейхсбанке. Такой очень милый, тихий, интеллигентный человек. Он только и делал, что считал кольца из Дахау, коронки из Аушвица. А когда я обнаружила у отца в кабинете однажды материалы тех лет, то вдруг узнала, что Джон мой родственник. То есть я его племянница по линии мамы. И когда я спросила его об этом, вот тут-то все и началось. А если вы захотите испугать Лэба, спросите у него, как здоровье его дяди Зигфрида. И заодно скажите ему, что вы тоже хотите вчинить иск по поводу своих родственников, сожженных в печках. Только потом берегитесь. Джон никому не прощает таких вопросов. Мне он тоже этого не простил. Поэтому я здесь. Ну что вы глаза-то пялите? Ведь я сумасшедшая. Не верьте мне. И что же вы все это рассказали Роберту Шуру? Роберт дурак. Он пытался меня запутать, меня. А я все помню, я все помню. Я была в деле, я была большим человеком. Я знала, кого где когда шлепнут. Я знала, кому где когда сколько причитается. Дэвид Хью? Хью. Это помощник Джона, его потом убрали. Говорил, что я стану новой Матахари. А вы не боитесь? Джон меня пальцем не тронет? Нет. Ему нужны мои деньги. А только пока я жива, он может... А ведь я жива. Я живая? Вы не могли бы раздеться? Ну, пожалуйста, я прошу вас. Я только посмотрю на вас. Миссис Глэб... Прошу вас, успокойтесь. Ну, пожалуйста, я тебя люблю. Миссис Глэб, что? Я вас прошу, что? Пожалуйста. Миссис Глэб, я успокойтесь. Умоляю тебя, я тебя Эмма, люблю. Эмма, Эмма. Пожалуйста, я миссис, прошу тебя. Вас, успокойтесь. Я умоляю тебя. Это невозможно. У нас нет времени. Ну, пожалуйста. Зачем так? Я прошу вас, Эмма, не волнуйтесь. Мне так неудобно. Ну, ах ты, проклятая ячейка Глэба. Все. Пожалуйста, выйдите отсюда. Ну, пожалуйста, не надо. Я не хочу. Я буду кричать.